пожалуйста, для чего нужны нашему району или вообще в целом предпринимателям? Уроки жизни проводятся каждую пятницу во всех школах Мамадышского района. Они изучают азы предпринимательской деятельности, создают свои проекты и знакомиться с профессиями, специальностями, и также, где можно обучиться данным специальностям и где можно в дальнейшем работать. Тема сегодняшнего урока – предпринимательство. В качестве примера – ягодный бизнес семьи Песцовых. Начальным классом показывают скульптуру и объясняют, что такое реставрация. Также у нас со старшими классами очень уже отработано это. Мы ездим в особую экономическую зону Алабуга. Нам очень нравятся эти посещения, детям нравится. Многие уже планируют связать свою жизнь, допустим, вот поступить куда-то в высшие заведения учебные, да, и дальше уже работать в особой экономической зоне. Уроки жизни вели в школах, чтобы дети понимали, как и чем живет родной край. И после получения высшего или профессионального образования ребята возвращались в Мамадышский район и строили карьеру здесь. Мы можем узнать, чем мы можем дальше заниматься, как можно помочь в развитии района. К нам приходят предприниматели, успешные люди, они делятся своим опытом. Здесь уверены, уроки жизни будут иметь эффект, и мамадышским опытом воспользуются другие районы Татарстана. Алсах Медянова, Айгуль Ахметшин, Алексей Петров. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».